Привет, дорогой моей воспитаннице, маме от твоего сына Владимира Петровича. Здравствуй, многоуважаемая и моя любящая мама. Шлю я тебе свой чистый, сердечный, курсантский, пламенный привет и пожелаю всего хорошего в твоей несчастной жизни. Мама, первым долгом я тебе сообщаю, что в настоящий момент нахожусь в Рязанской области, то есть от города Рязани километров 150, не больше, где мы заканчиваем свою учебу, то есть курсы. И вот, скоро настанет минута встретиться с кровожадным врагом, с которым я уже встречался дважды, твой сын. Азбутин Владимир Петрович, 1912 года рождения, гвардии капитан, погиб 1 апреля 1945 года в Польше при прорыве обороны противника в районе деревни Мысцово.